Начал я заниматься футболом у себя на родине в Абхазии, где-то мне было 7 лет. И на протяжении 3-4 лет играл я там. Потом нас отвезли в Краснодар на товарищеские матчи. И там я и несколько моих товарищей, мы понравились футбольному клубу Краснодар, там был селекционер, и он пригласил нас на просмотр. И вот так, получается, с 12 лет нас взяли, и я вот уже 10 лет, можно сказать, был в структуре Академии футбольного клуба Краснодар. Мне посчастливилось сыграть против Челси и Севильи в Лиге чемпионов. Конечно, это мечта, наверное, каждого футболиста, особенно когда мы в детстве смотрим по телевизору и мечтаем там сыграть. Я благодарен Краснодару за такую возможность. На самом деле, одна из моих мечт сбылась, можно так сказать. Первые впечатления после перехода в Урарту я еще до того, как перейти, узнавал, как бы мне все понравилось. И когда я сюда приехал, и коллектив очень сплоченный, добрый, и персонал, и тренеры все, так, знаете, приняли меня, что с первого дня мне было очень комфортно, и мне здесь очень нравится. Ну, раньше мне так особо не доводилось следить за чемпионатом Армении, но у меня есть там и до этого играли некоторые друзья мои, которые, ну, проводили свои матчи в чемпионате, и поэтому знаю, что чемпионат хорошего уровня. Чемпионат борется, команды борются за выход в Еврокубки. В любом случае, это будет очень интересно и очень познавательно для меня. Меня поздравил Эдуард Спирцан в официальном сайте в Инстаграме футбольного клуба «Урарту». Это мой друг, мы с 12 лет в Академии Краснодара вместе, и вот по сей день очень тепло общаемся. Конечно, я и советовался с ним, и он мне говорил про команду. Мне было очень приятно, и как бы он тоже следит, переживает за мной, как и я. Болельщикам «Урарту» я хотел бы сказать, что я буду выкладываться в каждом матче на 100%, помогать команде, стараться забивать голы, делать все возможное, чтобы мы каждый матч выигрывали, и самые высокие цели, которые есть, чтобы мы их смогли достичь.